In the century following the Mongols' vengeful attack on Moscow, Dmitry Donskoy's son and grandson clung to the Rus throne. Amid old rivalries and fragile alliances, Dmitry's great-grandson, Ivan III, set out to consolidate Moscow's control over all the Rus. But one independent republic would not yield to Moscow, the wealthy commercial center of Novgorod. In the bitter winter of 1478, Ivan III arrived at the doorstep of the wealthy Republic of Novgorod, the last remaining independent Rus province. With his army of allied Rus forces, Ivan would not stop until Novgorod belonged to Muscovy. First, he had to take the outlying towns of Kuklino and Soltsy, which were guarded by resistance fighters. Ivan swept aside the resistance at Kuklino and could now use the village to reinforce his army. Наказ слушайте надобно. Добровольно. Слушайте все, надобно путь идти. Слушайте. Я построю сие. Сейчас. Ладно. Построй на добро есть. Стоять и много будет. Сие построю скоро. Потрудихся изрядно. Начинаю строить и сейчас. Построй на добро есть. Стоять и много будет. Построено крепко есть. Да будут кровь и брать. Трудитесь и надо. Дайте мне работу. Трудитесь, она. Я построю. Куда направляться? Готов, есть им потрудитесь. Да тебе трудницы надо внесут. Трудитесь, она. Иди трудницы надо внесут. Построен. Бегота победу. Долг есть время. Дайте мне работу. Сие построю скоро. Бежьте, приступайте, готовь, нога! Потрудитесь. Что, на виду, куда велено есть? Построено есть. Радость велия есть.
Сие построю скоро. Трудитесь, надо. Смирно, не празднуйте. На пресс поскору. Пати нельзя! А как? Что на брест победе? Готовы есть, потрудитесь. Часов хочете? Что накажете? Слушайте все! Слушайте все! Слушайте! Слушайте все! Наказ слушайте надобно! Все идем! Начинаю строить и сейчас! Что накажете? Трудитесь надобно. Я построю сие. Вот. Подай пистолет. Построено есть. Радость велия есть. Готов, если потрудитесь. Что накажете? Начинаю строить и сейчас. Теплее, если мы набрать готовы. Спать, уразуме. Садитесь на газы. Есть ли наказы всадника деля? Что наказ? Иду набрать. Наказы исполнить иду. Иду наказ. А приток ворога! Трудитесь, надобно. Ожидаю наказ. Направляю всех, куда велено есть. Скажите цель. Путь! Часов хочете? Исполняю! Направляю все, куда велено есть! Направляю все, куда наказано есть! Сие есть дом мой! Направляю все, куда наказано есть! Что накажете? Конь оседлом есть. Поребник готов. Повинуюсь. Куда направляетесь? Скачу на брешь. Иди, трудницы, надо внесут. Готов повиновать еще есть. Святость освещает путь мой. Часов куда? Так накажете. Сделано будет. Садник ждет наказы. Варевник готов наступать. Скачи, родимый. Скачу на брешь. Варевник, направляю все, куда велено есть. Наказ слушайте надобно. Я построю сие. Наказ слушайте надобно. Сие построю скоро. Готов повиноваться здесь. Ожидаю наказа. Скачи, родимая. Часов велеть. Сил жену службы ради. Готов повиноваться здесь. Как и прикажете. Трудитесь, над. Слушайте все. Слушайте все.
Куда направляетесь? Часовья Величия. Готов повиноваться. Иди, трудницы, надо мне суть. Подайте поручение мне. Иду, куда наказано есть. Наказано идти. Добуду дробь и дробь. Добуду дробь. Добуду Начинаю строить и сейчас. Что накажешь? Копия готова есть. Радость веры! Слушайте все! Слушайтесь, наказ слушайте надобно. Я построю тебе. Да где трудницы надо мне соть? Построено крепко есть. Покажите цель. Что накажете? Повинуюсь наказом. Возведите! Выступайте до часа. Иду на брань. Что накажете? Лук поспешен. Укажите цель. Хочу стрелять. Кого застрелите? Лук поспешен есть. Укажите цель. Лук поспешен есть. Кого застрелите? Укажите цель. И на брань готов. Копейщик готов. Готов. Идти надо по подбору. Таков заказ есть. Наказ. Оружие готовите. Наступаем. Подайте поручение. Приготовляйтесь наказ. Служите рад, если выступайте доблестно войне. Тихо! Сготови будете войны! На подошву воды! Отец и награда отдаю! Ivan's forces captured the second town and laid a plan to secure Novgorod for Moscow. In order to take the wealthy capital, Ivan's army would have to defeat the Novgorod people's militia. Civilians had taken up arms to defend their lands against the Muscovite invasion, but they were untrained and ill-equipped for pitched battle. If Ivan could sustain his professional army, the people's militia of Novgorod would pose little threat. Идите по мне, воины! Люди, приготовившись! Стреляет некто! Не смысл! Я построюсь!
Всадник ждет наказа. Хочу стрелять! Приготовляйтесь, воины! Конь оседлым есть. Путь! Конь оседлым есть. Фаревник, скачи, родимая! Куда направляетесь? Направляемся, куда велено есть. Дайте мне работу. Начинаю строить. Трудитесь, а надо. Я построюсь. Готовы будете воевать. Славы. Возродай! Ворог, поражай место мое! Слушайте все, желание ваше есть закон. Будет ли поняла, иду туда. Возведу все, как прикажете. Вижу ворога! Здесь у
Пусти тебя на брат. Ищу помощи! Сокрушаю их! Кого стрелять? Куда стрелу, бандитина? За кого охотиться? Готов есть к наказам и слать! Отправляй. Исполню сиене. Куда стрелу вонзить надо? Приуготовлен отдохновение, благо на воздухе есть. Тихо! Слушайте наказы. Войны восстань, грядем к славе! Оружие готово! Отряхните ног! В седле не погоним! Садитесь, всадите! Novgorod's natural gold deposits had been exhausted, but Ivan's forces could earn gold by setting up hunting cabins in the surrounding rock. Although outnumbered, the Muscovite army overcame the vast people's militia. Now Ivan's army would march on the power center of the Republic, the capital city of Novgorod. Куда направлять?
Готовы есть к делу новому. Блюду, а ще построено будет исправно. Закружают меня! Мне наказ будет. Готов мое служить вам и славе. Куда стрелу вонзите надо? Наказ мсту дают нам, да на месте не стоим. Наказы ваши исполнены. The Muscovite army destroyed the outer wall and entered the city. In the heart of the capital stood Novgorod's gleaming symbol of independence, the Vechi Bell. Ivan would tear it to the ground. Лучники, надо бы готовыми быть. Ожидайте наказа, наши лучники!
Куда стрелу вонзите нам? Мне так... Стройте надобно! Vecchi Bell chimed for the last time, sounding the end of the Republic's independence. As the fires of Moscow's wrath burned across the snow-laden city, the last remnants of the Great Republic fell to ruin. Ivan III's vision of gathering all power to Moscow was almost complete.